А он делает это, вот он взял Берлина, и он что-то делает. Такие навыки, слушай, надо тренироваться много, или нужно просто тренироваться, скажи мне. И это тут должны быть последние случаи. Сейчас предлагаю 11 работы О. А Владимир Трещаша, господа, брат, на стоп на лету! Продолжает свой наезд, и к нему не приедет.
13 единиц Каменский. И под номером 23 на пути Маня. И прыгнуть в Сочи. Есть точка, народ? Красова. Нападайте за свои, чего вы молчите. Красная у них тут гуны башни. Итак, на 3-4, снова все вместе. На 3-4. 3, 2, 1, Все, заработал. Само.
Когда уже была?
кстати, если сбить пальму, штраф 200 тысяч. Так что все боятся их сбивать. Завели. Ну да. Машину, наверное, дешевле починить. Ну а у родоначальника полетели раз. Буквально минут через 10 начнется дрифт. Пускай ты богатый, что ли, Антон? Топ-8 Джимканы. Сейчас Влад поедет с Андреем. Ой, давай. Жига вроде жива. Только что 2 часа ее ремонтируют. Парашют. У тебя сегодня его не было, но у тебя есть мечта прыгнуть с парашютом. Расскажи, почему именно эта мечта у тебя есть? И если ты свободен сегодня, может быть, прыгнешь сегодня? Была бы возможность прыгнуть бы сегодня. Это просто одна из тех вещей, которые я не пробовал в своей жизни. Именно из экстремальных вещей. То есть экстрим тебе знаком неспроста, и не просто так, ты сознательно выбираешь путь адреналина. Сейчас Петаков дает интервью, безусловно, потом поедет в лакцию. Я красавец. Я предлагаю перейти все-таки к тому, что произошло только что здесь, на этой трассе. Дим, скажи, пожалуйста, в двух словах, в трех словах, возьми, ну, сколько угодно слов можешь использовать. В общем, чего тебе не хватило для победы, ведь ты был очень-очень близок. Просто чуть-чуть солнце поел. Ну, то есть там вот в самом начале помарочка, которая у тебя была, она все и решила. Да. Ну что, исчерпывающе. И еще раз ваши аплодисменты, друзья. Дмитрий Пятаков, прощаемся с тобой, Дима. Жаль, но... Влад едет против Андрея. Они попали в сетки на друг друга. И у нас готов следующий заезд. И да. 3, 2, Владислав Сосанов, 1, старт! Thank you.
профиль, все-таки что решили, двигатель или что-то другое? Давай спросим, без проблем. Учитывая, что мы будем общаться только с участниками мотограмма 1. Вот такая история. Участник мотограмма 1, но... Да, Андрей Лубенко. Они потом заездят. Андрей интервью дает. Андрей, давай, скорее к нам, скорее к нам. Давай начнем с поступления. Для чего? Какие? Для чего в копейку устанавливать в обоське? Потому что мы это можем. Альтернатива. Ручки немножко. Вчера в Джимхане он занял второе место. А сегодня еще не знаем, потому что только что прошел топ-8, он прошел в топ-4. Буквально там минут через 15, наверное, будет топ-4. Ну, и, наверное, финал сразу. И узнаем, какое место. Как ты думаешь, дает ли тебе преимущество вот на мощность, которая у тебя? Короче, мы сами ничего не знаем, когда, что, моя мощность только мешает. Может быть, колесо побольше поставить? Да, но здесь уже мешает сама платформа «Жигули». Я больше не могу сюда вкатывать большие колеса. Вот так. Краеугольный камень практически «Жигули». Ну, а тебе с Владиславом, стало быть, предстоит пообщаться. У тебя там, как всегда, какие-то невероятные заготовки. Там они вдвоем стоят на сцене. Интервью дают. Скажи, как переживать дважды? Я знаю, что ты участвуешь в «Жигули», ты участвуешь в «Жигули». Как это вести двойную ответственность за результат двух гонок? Ну, уже Джимхана закончится, начнутся заезды по дрифту. Мой друг, Эдуценко, помогает мне настоятельно делать. И он мог выиграть, если бы не помог мне поставить коробку. Ага, вот такие у нас здесь страсти. Рано своими делами прославиться нельзя. Я предлагаю поаплодировать этому, когда соперники друг другу помогают для того, чтобы вот не победить. Это вообще очень хорошо, когда спорт такой, что соперники не только здесь. Я не знаю, по общему итогу, наверное, какой-то там 5-е. Это здорово. Ну, кто его, короче, не пошел. Как ты думаешь, насколько парни с черной BMW, Литвинов? Я считаю, моя машина для Джимхана вообще не очень хорошая. Топ-16 прервался из-за того, что самарцев врезался в Петисова. И сейчас будет продолжение топ-16, потом будет топ-8, что-то такое. Дрифт на ней легче, но в Джимхане я считаю, что стандартные фигуры, как у Гриниша, идеальные, атмосферные, на блокировке, это можно быстрее всего проехать, я считаю. Но исчерпывающий понятный ответ для меня и для тебя. Надеюсь, для зрителей тоже что-то было понятно. Я предлагаю переходить к следующему проекту. И давайте поаплодируем. Ваши аплодисменты. Два товарища из Санкт-Петербурга. Это Андрей Гуденко, еще раз вам напомню. И Владислав Сазонов будет с нами. Ну а сейчас у нас на старте Александр Панин, который выступает на партнерном автомобиле. И участник номер 23 Максим Степанян из города Сочи. Итак, на счет 3-4 традиционно, все вместе будут включить 3-2-1 старт. Итак, 3-4, 3-2-1 старт! За трех моторов, погнали! И сейчас интересно будет здесь, но это тем, как Александр Панин будет выезжать из этих людей, чтобы на втором сезоне. На Андрея Копейке едет другой пацан, потому что у него что-то там с шатунами случилось. Победа! Да, Александр Панин одерживает победу в этом проекте. У нас есть третий полуфиналист. И мы ожидаем сейчас участников этой пары на сцене. Вот, Саша. Поздравляю. Приходи.
Хорошо, пока нечего говорить. Ну и, соответственно, следующие пары у нас выстроиться, скажем так, на той черте. И это очень интересное противостояние. Почему? Расскажу позже. Ну, а мы давайте начнем наших участников этого заезда. Наверное, топ-4 сразу сейчас будет. Первым к нам приближается уверенной походкой, уверенной пробежкой. Представитель города Сочи, Максим Степанян, дамы и господа, ваши аплодисменты. Я человек вообще такой, как сказать, не очень разнообразный в плане вопроса, поэтому первый вопрос тебе, как и для остальных участников, почему ты хотел это ходить? Ну, проблемы возникли еще с первого дня и на работе. То есть машина сейчас тебя не совсем с вами ходит? Ну, близко, первая же передача только, и все. Не могу больше. На первой передаче едешь всегда? Вот, не перебили. И как ты себя чувствуешь в таком положении? Как видно, не очень. Улыбаешься, вполне себе хорошо. Сережа, у тебя вопрос? Да, вопрос. Сколько лет ты гуляешь в Жигулях? В Жигулях лет 5. Солидно. Это в среднем немного больше, чем участников. И как все началось? Как тебя затащило? Да, на эту почту у тебя привел сегодняшний джингайд. Ну, у меня есть друг, который ездил на Жигулях. А он, походу, выбыл. Это уже топ-8, а он, наверное, в топ-16. А он на BMW в Кимске сейчас будет выступать. А, это Иван. Это эволюция. А, Иван, правильно? Здорово. А, ну и, конечно же, аплодисменты победителю этой пары. Александр Планин, представитель города Москва. Так, ну, я так понимаю, что это был твой первый выезд вообще на этой копейке. В принципе, до этого не ездил и не давали тебе потренироваться на ней, насколько я помню, да? А твой любимый, как тебе эта машина? Так, все прошло, что я не успел даже понять, что это. Если бы у нас только здесь есть место, то там 5 руки делали, да, такой присутствие для заезда? Нет, ну вот, поэтому я ничего не понял, не успел, с первого раза ничего не понятно. Но у тебя будет еще возможность получше узнать эту машину по узнали, правильно я понимаю? Ну, я думаю, что да. А слушай, а как ты думаешь, что, какие эмоции испытал Андрей, владелец этого автомобиля, когда увидел, что он не смог, а ты смог? Я скажу больше, это значит не его машина. Он взял его тоже. Нет, не стоит рыгаться для разбил кузов. Я понял. Сложная история практически с Санта-Барбара у нас есть. Но сколько Жигулей? Жигулей. Через 5 Жигулей можно дойти до любого человека. Да, территория 5 Жигулей. Ваши аплодисменты, друзья. Еще раз напомню вам Максим Степанян и Александр Панин были только что с нами. А теперь на старте его автомобиля вот 21.01. С вами, они могли бы участвовать в конкурсе красоты Жигулей. Ой, Паша. Я не знаю, кто это. У Андрея потом спросил. Итак, 3, 4, 3, 2, 1. Переверни телефон. Так удобнее. Я ему передам, что ты не доволен. Копейка Андрея, это копейка Андрея друг. Вот этого, который тут комментирует. Подоваривают, что ты не первый день в автоспорте. Расскажи, пожалуйста.
Да, я уже 10 лет в спорте, я уже 14 лет. То есть тебе 24 года, да? Да, мне 24. То ли много, то ли мало, то ли понимаешь. Ну, 10 лет в автоспорте, я считаю, это... 10 лет? Много. А какие дисциплины в основном в автоспорте? Союзничество, я ехал на кросс, генеральный кросс. Сейчас я пробую себя в картинге, пробую себя в близкой гонке, вот, пожалуйста. А Джимхана, это первый опыт для тебя? Или в чем подобное, когда ты участвовал? Битва, крутясь вокруг, не знаю, но вряд ли. Нет, это первый раз. Нет, ты был на катании действительно не пробовал, а пробовал заниматься хоккеем. Сколько ты удивил мира хоккея, кстати, имеется в виду, что люди проводят автомобили, Андрей, и не только этим живут. Маша спрашивает, кто ехал на его машине? Я ему потом по зиме скажу. Да, это все равно круто. Помогло потом? Скорость реакции появилась? Да, конечно. То есть, чтобы заниматься автоспортом, неплохо бы заниматься и вообще спортом? Все гонщики занимаются любыми видами спорта ради выносливости и функционального развития. То есть вопрос, что физическое состояние тоже очень важно? Конечно, конечно. Я предлагаю поаплодировать Максиму за его быстрые, четкие, грамотные ответы. Максим, оставайся с нами, ты прекрасно выглядишь, у тебя очень крутая будущее. Ну а рядом со мной Иван Ильич. Иван, традиционный вопрос для всех и каждого, кто оказывается вот на этой чеке вторым. А ну дайте телефон. А я, может, и не собирался выигрывать. Я понял, здесь есть номинация «Самая красивая машина» и «Самый стильный шлем». Скажите, я победил в номинации «Самая красивая машина»? Вот ты, мужик, красный кепки. Я для тебя старался. У меня все стиральные X40, между прочим, на машине. Серьезно? Серьезно? Вот даже ключок открутили стиральные X40, когда ехали выбирать краску. А ты за меня не болеешь. Вот ты наглая рожа, а? Иван, откуда столько эти проекты? Я понял. Ты слишком расслабленно ехал по трассе, у тебя осталось слишком много сил, поэтому ты сейчас без сидения. Поэтому ты сейчас кричишь на людей, правильно, Иван? Ну, я кричу, конечно, потому что когда я стоял на старте, вон та блондинка, она посмотрела на меня, и я все, куда я поеду? Я уже не могу никуда ехать. Я понял. Сереж, у тебя вопрос, я тебя знаю. Иван, это хобби или жизнь? Хобби или жизнь? Чего тогда? Есть деньги? Есть. Спасибо. А это хобби или жизнь, это спорт? Я ничего не слышу. Короче, ребят, Джимхан, это круто, скоро будет три. Вы не расходите, вот ты в голубой кепке. Сюда, не уходи. Это очень круто будет. Топ 4 вот сейчас, Влад уже встал на старт. Ну а на старт у нас выезжают два старых
Получается, он теперь в финале или как? За первое, второе? За первое, второе, третье. А, за первое, второе, третье. А, еще может быть четвертое. Еще может быть четвертое, да? Надеюсь, нет. Дрифт, ну, дрифт где-то через полчаса будет. Так, некоторые люди ставили деньги на вашу победу сегодня. Что случилось? Сколько с тренерами? Машина, все в машину упирается. Она больше не хочет ехать. Что у вас упирается в машину в основном? А, это только что вылетел тот чувак, который вчера выиграл? Зачем? Извини, давай или попрошу. Нет? А сколько лет он занимается автоспортом? О, это хорошо. Ну как выиграл? Зато теперь у нас есть шанс выиграть. Что случилось с машиной, тоже точно не знаю. У нас просто не вход был, поэтому он не выиграл. Ему просто портаны зачем. Да, коллектор – это устройство, на которое устанавливается турбина, которое он перегазами раскручивается, и, соответственно, если он резкий, то… Тут, короче, два дня джиханы. Первый там был вчера, второй сегодня. И по всеобщему итогу будет один победитель. Ну, пока у нас есть шанс стать этим победителем. Как ты думаешь, вот сейчас, там, на правах вчерашнего победителя, а кто является фаворитом главным нашей гонки? Второй фаворит Александр Полет. Ну что ж, я надеюсь, что... Ты понимаешь, как я ответил, как груз ответил? Она не слышит нас. Это очень удобно. Ну что, среди остались первые вопросы? Ну давайте просто поаплодируем. Давайте поздравляем спортсмена Артура Рашидовича, здесь великолепно. Здорово проходил все в техника на техника. Ну а у нас второй финал на очереди. Один Александр Панин, поправил 0-1. Ну что, что же это вот этот Василий? Просто вот этот вот. Да, отличный гонщик. Итак, отличный, как обычно, и... О, сейчас опять кто-то заезд. Один! А, это Андрей. Поехали! Ну, что у нас будет специальное противостояние двух разных счетов. Так у нас победитель. Быстро едет. Влад попал в топ-4. Еще не за первое, второе. Да не дай бог, буквально снесет. Это ж вообще. Не расплатимся. Все понял, да, я знаю, что вы попадаете, и дальше помню. Если вы можете что-то починить с помощью синей изоляции, используйте больше синей изоляции, гласит народная мудрость. Ну, а мы ждем, конечно же, наших участников, которые только что завершили очередной заезд, и, это был полуфинал. За что сейчас поедет Влад? Влад сейчас за что поедет? Я не знаю, я пропустил. За первое. А, за первое, второе? А Муравлёва выиграл? Да. За первое. Ну вот, за первое. А Муравлёв, получается, едет с копейкой. За третье, четвертое. За третье, четвертое, да. Шансов совпадился. Можете про прохождение трассы с точки зрения пилота рассказать здесь, в рамках прохождения трассы каких-нибудь из участников транспорта гонки? Ну вот, Саша, я сейчас расскажу. А кто занял вчера третье? Вот просто много людей не знают, как это выглядит изнутри. Вот пошагово ты стартуешь, а дальше кто приходит? Панин. Получается, если выиграет Панин, то тогда он может тоже побороться. Вада тоже получается первое место. Ну, либо первое, либо второе в... В общем зачете. Ну да. Надо, чтобы первый. Да, по очкам второго этапа. Да. Короче, либо Панин сегодня выиграет, либо Влад. Александр, мне показалось, по что в последние 10 год у вас вселился Николай Масков. Да, посмотрим. А вот Панин поедет. Ответ очень старается, да. Приятно. Блин, капец. Прикинь, ты дал уже ему вот это вот. Еще выиграть не дай бог. Ага, на копейке, Андрей. Капец. Андрей, мы тебя тут расстреляем. Я шучу. Один, два. Да. Это копейки.
за хрень, эти четвертые. Блин, за копейка, Александр Воробьев за нас,
Только попробуй не выиграть скорее. Спасибо большое, давай фанатам Одесского Армена. Номер 17. Сколько моторов вы перебрали, сколько вы часов провели в ремонте? Да я ужасно было. Они ночами там находились. Thank you.
Второе место. Александр Панев, Москва. И победитель второго дня. Что? Кто это парень? Владислав Сазонов! Внимание, все участники чемпионата, пожалуйста, выходите к нам сюда на сцену, все до одного, очень-очень оперативно просим вас выйти сюда к нам. Эти атлеты, которые бились здесь, смело, самоотверженно, постоянно что-то чинили, боролись, преодолевая себя, мы приглашаем их всех сюда. Жалко, что так плохо видно, но приблизить я не могу. Очень просто, дело в том, что у нас сейчас будет вручение наград призерам победителям по итогам сразу в трубу соревнований. Поэтому отдали по двум этапам будем награждать. И Влад получается первый. А как тебе джинкана в таком формате? Интересно было бы поучаствовать самому. И вот, в общем и целом, твои впечатления от того, что ты только что увидел. Впечатления такие, что я хочу себе «Жигули» на турбо-шоссею приехать и всем понравиться. Вот такие впечатления. Аркадий, где вы слова так шумились? Это просто амбициозные люди. Иначе бы и были бы не амбициозные и добивались бы таких результатов. Давай немножко забежим вперед. Какой у тебя план на сегодняшний заезд день? Вчера ты у тебя не сам лучшим образом сложилось, а сегодня будешь пытаться реабилитироваться и продолжишь ультра-агрессию свою показывать. Я планирую сегодня чем-нибудь вообще в салон заехать. Я вчера только смог врезаться в него. А сегодня, если он мне попадет по сетке, пусть боится, потому что вся вот эта большая машина втиснется ему в салон его маленького Исуса и там попробует поместиться. Поэтому будем на ультра-агрессии ехать. Окей, ну что, вот уважаемые участники, просим вас подняться на сцену. Всех участников. Опять шаг вперед, давайте поставим, ребят, вот здесь просто одну линейку, одну большую линию, а может быть и полгрупп, посмотрим, как вообще поместимся, нас здесь много. Ну и, конечно же, эти парни ждут ваших аплодисментов. На протяжении трех дней они боролись за то, чтобы оказаться на этой сцене, но не вот в этой общей линии, скажем так, а немного впереди. И сейчас, буквально через несколько мгновений, мы озвучим именно победителей по итогам двух дней Сочи Чемпионата Челлендж. Третье место. Все грязные от этой штуки. Василий Муравьев. Вот так, Получили под заслуженных аплодисментов, конечно же, от них.
Ваши аплодисменты, участники Сочи Дэдрана Челлендж. На этом они с вами прощаются, мы прощаемся с ними. И, ребята, творческий сумбур у нас для себя позволит для фотографий. У вас есть еще 30 секунд славы, после чего мы говорим вам, что ваш заслуженный опыт наконец-то наступает. Вряд ли. А можно и пошуметь, кому хочется. Просто дайте ловить атмосферу фестиваля. Там просто добавить внимание в людей с улицы. И они без того, чтобы встречаются. И когда готовы, готовы. Типа, давайте уже. Выпускайте уже. А давайте. А давайте, действительно. Многие покидают нашу площадку. Участники Сочи Джинкана Челлендж. Александр всех лично помазал. Красавец. Александр, видно, один из героев этих двух дней. Абсолютно точно. Здесь нет никаких совершенно Давай быстрее. С кем? Готовим к дрифту уже буквально через пару минут выезжаем. Вода с маслом вообще. Короче, щипки там и дороги. Я не знаю, как он работает. Он очень умный. Я в шоке, как он работает. Мотор? Ну давай, тебе чуть-чуть осталось еще. Хотя бы сейчас из-за этого пройти. Потом-то я вылечу головня там. Головню же я не обью. Тебе надо уже подгонять машину. Невероятно. А уже такая фигня на протяжении двух дней с машиной. Потом приедут, будут ремонтировать. Влад. Все, нормально. Ну, все? Да, наливай. Все, есть. Все, да. Влад, давай, уже твой этот BMW едет. Все, побежали. Влад. Давай, давай, быстрее. BMW на старт. Быстрее.
быстрее! Он на старте стоит! Давай, ей! Почему он без него поехал? Прогрев, наверное, в первых приемочках. Дым какой-то из-под капота. У него есть 5 минут, чтобы это исправить. Господи, там вообще как жестко дымится все. Она, наверное, закипела. Давай, у тебя еще есть шанс. Ты, это есть? Долго? Блин, это долго, ремень. Нет, ремень не долго. Мне нужен на 13. Он порвался, блядь. Порвался? Да. Стой, пойди узнай, успеем мы или нет. Да он стоит. Без тебя другие поехали пока что. Давай быстрее. Где он? А, 5 минут. Влад, у тебя 5 минут, но уже меньше.
перчатки возьми! Да он уже ушел. Сейчас пойду возьму. Возьми перчатки. Тут вообще трындец после того, как все ремонтировали. Тут эти перчатки. Чего ты нашел? Что надо? Он ищет. Черт. Ладно, буду ждать. Я не знаю, как он собирался ехать. Влад! Что ты собирался делать? Зай, чем тебе помочь? Чем тебе помочь? Толкнуть ее надо? Она дымит. Все, да? Ладно, все, пошли смотреть. Спокойно. Там у всех шестнарь, он не может этот шестигранник найти. А ты можешь Андрея машину взять? Спроси, Влад. Ты можешь Андрея машину взять? Пойди, узнай, быстрее. Походу, может, он ему что-то там кивнул. Он умер! Он пошел узнавать. Влад побежал узнавать. Хорошо. Спасибо, что за. Походу, ему разрешили. И давай быстрее, 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 давай. Боже, эти нервы какие-то сплошные. Капец. Давай. Андрей, пошли туда. Он поедет на копейки. Наверное. Там резина осталась, или? Там резина осталась? А? Там резина еще есть? Еще один. А что? Так, спрашивай. Есть, да. Что поменяет сейчас? Отъедет этот заезд? Очередной двойной топ-16 в Сочи 300 челлендж. И сейчас
Или класс. Я не пойму, где он. А где Влад? Ты его не видишь? За копейками, за копейками. Конечно, все меняется каждую минуту. Сильно недовольны. Что случилось? А, ладно. Главное, что Влад поехал. Пока ремень менять? Нет, Влад сказал, что он умер. И таким образом у нас получается, что участник, который изначально на этой машине ездил, взял своего друга, потом одолжил еще одного человека, потом одолжили еще одного человека. Ну, как? Совершенно сумасшедшая. Ну, я думаю, что мы видим с вас там. Это цвет, не так. Да, я хочу все-таки, чтобы у нас судьи сказали, что-то решили. Хорошо, они сами сейчас думают, что делать с этим всем. Что-то сочинили каким-то образом, обратили на нас внимание. Ну, пока не думаю. Мне очень приятно видеть такое количество людей здесь, среди прочих, и еще попадается одной каждой истории. Вы оказались в нужное время, в нужном месте. Поаплодируйте сами себе, знаете, что девочки просто дорогу. Вы вас рады, 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 рады. Вас рады, 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 А тут, что называется, замок полон рук, поэтому... Я же не представляю, что вообще они прощают люди. Такого нет, это вам перезаряжено. Что делать? Ну, что делать? Штраф, вариант, и других нет. Главное, держать нервы под контролем. Есть у нас одна хорошая традиция. Если на трассе затишье, то... Парень. Да, еще топ 16. На сцене. А что, на сцене с микрофоном начинает свое умопомрачительное кружевое. Да, вы вообще видели, кто там есть? Совершенно несложно. Я попрошу вас поднимать предметы. Будет класс, если Влад там 4. Так что давайте устроим маленький хороший лайв. Если наши диджеи включат нам что-нибудь похожее на хип-хоп инструментал, я пойду к народу. Это не очень похоже. Сейчас будет, я думаю. Да, можно это тоже подключать. Слушай, а можно же под крузец читать на самом деле? Можно, ну. Модно нынче поговорить. Ну, хип-хопчик там всяко веселее. А можно вам перемотать сразу куда-нибудь на серединочку? Ну и, друзья, этот аттракцион выглядит следующим образом. Вы показываете какую-то вещь в своей руке, ну а Гром об этом рассказывает. С этим, конечно, ясно. Я не Булгаков, потому что подлило масло. На повороте убираю, очевидно, нужно. Сегодня в море все за безопасность, дружно, не в службу. А дружбу чисто так прошу поднять. Пару предметов не по бетам вам прочитать, если...
что-то лично в ваших руках. Я бы почитал об этом на свой личный риск и страх. Кстати, это прямо как пакет из магазина ЦУМ. Это практически как коробка, которая дорогой парфюм. Это билет на Формулу 1, и это тоже украшение крутое в мир. Я надеюсь, целый месяц можно ходить на работу. Отличный выбор и отличный билет. Кстати, представьте, фокки. Почему бы и нет? Я на обед бы поел какую-нибудь пасту. Вечерком пошел бы и послушал пасту. Если кто-то хотел бы на пасту сегодня попасть, попрошу поднять руки и немножко пошуметь здесь. Короче, это трип, чтобы вы не плакали. Сегодня мы показываем вам пилоте. Жду предметы, кроме тюрьмы, пока есть время. Мне за это вряд ли кто-то выдаст премию. Уже бегу. У вас на поводу. Я перелить по памяти. Бред, это важно. Короче, тут... Сейчас пока он свой рэп дочитает, у меня сердце остановится от нервов. Говорю, пока он рэп дочитает, или нет? Там чёрный батар чинит. А, да? А, вот что я. Батар колёсный батар. Я не вижу там названия. Это чтобы поможет сделать чистое написание, чтобы делать плохо, забитым абсолютно. Вот солдат повыше чисто ощущает себя после. Всем желаю после аллоги. Никакого названия. Не, там машину ремонтируют. Вот прямо сейчас перерыв. В ПЧ4 садится солнце, и глазами можно будет смотреть машина и щурится. И фильм на все 100%, а вот этот год читает все. Что это, звезда? Берем книг. Да нет, на самом деле у него прикольный какой-то текст был в прошлый раз, когда он про жизнь делал. Про три камеры? Не, она у него такая просто, бессмысленно протирает. Я попробую. Да я взяла перчатки. Иногда нравится фраза, когда дядя брат уходит далеко от микрофона и фраза. Походу все, типа, да? Не успел или что? Ну что же, у нас пока на сайте продолжает только один заезд из двух, и обычно чип-то мы сразу подаем в окончании двух заездов, если чип-то у нас чинится пока. Уже вот мы сейчас получили информацию о причинах, владельцах контактов и палаток и так далее. Действительно, Тима, да, выехал в самом начале первого варианта сам на границе трассы, и уже Иван, собственно, его погнал без каких-либо разрушений, поэтому серьезно сейчас преимущество идет Ивана Техаса на синем парке. Тивадар Чиница, который вчера с Цереграцио уехал за третье место. Блин, еще в ремень успели нацепить. Да. Автомобилю и пилоту, который едет сзади лидером, вот этот момент учитывать и вовремя чуть-чуть не отстать от лидера. Чего Роман, к сожалению, не сделал, и из-за этого как раз-таки и получил удар
задней части ванны. Нас интересует, значит, дальше. Слишком типа, темнота. А мы, я полагаю, что... Что значит, уважаемые, уважаемые сирийские коллеги? Нет, мы не ждем пара. А вот, кстати, как бы решение питания как романа, так и готовы связаться. Все-таки действительно мафа на трассе присутствует. Нет, сегодня все. Многих бед наших участников. Из-за медведей и вот этих всех претензий от Кури, это как раз таки то самое, что сейчас убирают трассы с помощью специального фрагмента, он впитывает в себя всех. Она сужает машину. Видишь, машина нагрелась. Да ему не разрешат туда-сюда машину менять. Уже на этой поедем. Выступление, но здесь, конечно же, еще раз напомню, у Ивана очень-очень серьезное преимущество после первого заезда. Когда страшнее, когда лидируешь или когда догоняешь? Одна минута остается до завершения ремонта, так вот, здесь нет понятия страшнее. Ремень слетел. Ну, а сами штаны уже черные. Да? Что белое? А что белое? Вот тут же явно не белое. Просто не на ушей есть. Да. Но, а я
И во втором заезде, исходя из траектории Toyota Mark 2, можно было натянуть, я имею в виду хреновую траекторию, можно было натянуть в Анматай, но, к сожалению. Куда он поехал? Это прогрев. Ладно, все, пошла заряжать телефон. Офигеть.
Все равно классно.
тебе ехать? Нормально. Классно. Тебя так похвалили. Блин, колеса не хватает. Да, сказали, что ты вообще молодец, заслуживаешь аплодисментов, но, естественно, он выиграл. Понятно. Да, проиграл. Блять, новые финансовые подружки, Ахиллес. Говорит, ох, блядь, Ахиллес моему, ух, блядь, Ахиллес, блядь, за 2000 против ветерана, за 2000 против конфликта, блядь, по колесам. Пошли сюда посмотрим. А, тачку пойди загрузим, пойдем лучше. А, ну пошли. А, нет. Ну давай посмотрим, Гоча. Как Гоча едет. Я просто спрашиваю, ты выиграл голову? Да, вот это был риторический вопрос. Я не могу говорить «да». На самом деле, если колесо было новое, 15, хороший билет, 15. Блядь, можно было нормально. Так, когда один толкаешь? В принципе, первый таки нормально, но он быстрее делает, такие быстрее Говорил, Андрей прикинулся тобой. А, конечно. Привет.